Теперь о капитале материнском. Его разрешат тратить на покупку товаров для детей-инвалидов, в том числе на оборудование квартиры всеми необходимыми средствами реабилитации. Об этом сообщает российская газета. Мера поможет обеспечить социально-бытовую адаптацию ребенка-инвалида, уверенные в Министерстве труда и соцзащиты. Инициатива уже внесена в законопроект, который сейчас проходит общественное обсуждение. Таким вариантом расходования материнского капитала смогут воспользоваться более 500 000 семей, многим из которых сегодня не по карману весь набор оборудования рекомендованного ребенку индивидуальной программы реабилитации. На что же конкретно предлагается разрешить тратить эти средства? Это FM-системы для слабослышащих, компьютеры для слепых и слабовидящих детей, велосипеды для детей-инвалидов, страдающих детским церебральным параличом. Впрочем, это не весь список. Напомним, в этом году материнский капитал составляет 429 400 рублей.